Краткое СК КФУ «Уникс» на площадке мультимедийной студии Российского общества знания состоялись лекции для студентов, направленные на геополитическое просвещение, а также формирование представления о современных вызовах и угрозах в области информационной безопасности. Напомним, общество знания совместно с КФУ открыло в университете Казанскую студию для создания просветительских материалов в декабре прошлого года. Сегодня мы с вами находимся в очень сложной информационной обстановке. И те события, которые у нас появились на повестке дня в феврале месяце, вообще говоря, они были предусловлены теми событиями, тем развитием исторического контекста, который происходил за многие-многие последние годы. По теме информационной безопасности государственной политики Российской Федерации выступил Роман Баканов. В своем выступлении он подробнее рассказал о фейках, критическом мышлении и о том, как им противостоять. Фейки, манипуляции – это сегодня, к сожалению, прочно в нашей жизни. И нужно критическое мышление. Человек должен учиться самостоятельно распознавать вредную, вот так прям скажу, информацию. Тему геополитики современной эпохи затронул Виктор Сидоров. В своем выступлении он акцентировал внимание на истории международных отношений России с другими странами. Он объяснил студентам, в чем же заключается конфликт на международной арене и как молодежи ориентироваться в данной ситуации. Студенты, скажем так, не специальности, не направления подготовки международных отношений, история, они, конечно, не знают таких понятий, как система международных отношений, кризис системы международных отношений. А без этого невозможно понять те конфликтные процессы, которые сейчас происходят в мировой политике. Вот. И чтобы студенты лучше ориентировались в этом, надо им дать вот какие-то маяки, понимание хотя бы минимальное. В завершении мероприятия все желающие смогли задать спикерам интересующие вопросы. Елизавета Никитина, Луиза Закирова, Фариза Хитаглы, Универньюз.